страйкбольный корпус от автомата АКСУ в комплекте с инструкцией и частями затвора. Интернет-магазин «Попади в десятку». Этот корпус выполнен из металла и дерева, изготовлен на Ижевском заводе. В отличие от китайских и тайванских моделей, от них он выгодно отличается своим внешним видом. Приклад у корпуса стальной и металлический. На нем есть антабка для ремня. Массогабаритные характеристики этого корпуса соответствуют таким же у оригинала. Весит он 1 кг 670 граммов. Его длина с разложенным прикладом 730 мм, а со сложенным 490. Целик у макета перекидной, а мушка регулируется. Крышка ствольной коробки откидывается на серьге. В сложном положении приклад фиксируется. Газовая трубка держится здесь не на привычном флажке, а запирается штифтом, который убирается при поднятой крышке ствольной коробки. Пневматика, охолощенное оружие, самооборона, луки, арбалеты и ножи. В магазине «Попади в десятку». Подписывайтесь на наш YouTube-канал и страницу ВКонтакте.